Всем привет! Снова с вами Цер и снова Тупком. В предыдущем видеообзоре я упомянул, что мобильной интернет-связи можно обзавестись в фестивале в торговом центре. Но забыл упомянуть, что в том же Тупкоме есть этот же отдел с этим же мобильным оператором, который вполне себе представляет приемлемые цены. Сейчас вам покажу кратчайший путь до него и сниму тарифы, чтобы вы сами могли выбрать для себя приемлемый тарифный план. Идем тем же путем, что и в прошлый раз. Только не эскалатором, а слева от них. И оказываемся у маленького офиса этого мобильного оператора. Называется AIS Телевиз. Так это выглядит. Посмотрим тарифы. Excuse me, tarifs please. Internet. Вот такие тарифы. Можете выбрать для себя подходящие. Кстати, я не вижу здесь тарифа за 300 бат, которым сам пользуюсь. Безлимитный. С расписанной скоростью. Так. Возможно, придется сделать еще обзор того отдела, этой компании, которая находится в фестивале. Всем спасибо, до новых встреч.